благодарность за активную гражданскую позицию, особый вклад в развитие поселка Айхал, а также за поддержку молодежных социальных инициатив вручается Мириеву Николаю Юрьевичу. Студент филиала регионального технического колледжа в Айхале получает награду поселкового уровня. Активист-затейник Николай Мириев – участник практически всех мероприятий в колледже. В общественной жизни участвует с первых дней обучения. Несколько лет назад в работу вовлекли активисты студенческого совета. Себя узнаю, новых ребят, узнаю что-то новое, знакомлюсь с новыми интересными людьми. В общественной жизни колледжа участвуют все студенты. Работа есть для каждого. Ребята проводят патриотические уроки, спортивные мероприятия, издают стенгазеты. Итоги работы подводят на ежегодной отчетной конференции. Говорят о достижениях, отмечают лучших студентов. Наш студенческий совет дает возможность ребятам попробовать познать и раскрыть себя, свои силы и возможности. Также попытаться реализовать их в разных направлениях деятельности. А мы, в свою очередь, помогаем им. Студентов-общественников Айхальского филиала регионального колледжа знают и за пределами учебного заведения. Ребята работают волонтерами, творят добро, воплощают в жизнь и социально значимые проекты. Идеи молодых и инициативных поддерживают в местной администрации. Тоже дает саморазвитие, это очень интересно. Тоже узнаю новых ребят, общаюсь с ними. Как бы это очень интересно и увлекательно. Каждый год состав студенческого совета обновляется. В общественную жизнь вовлекают и первокурсников. Работу активистов поддерживает и родительский комитет колледжа. Ежегодно лучших студентов отмечают грамотами. Оксана Мезенцева, Сергей Маркин, телеканал «Алмазный край».